Программа «Неделя спорта» телеканала «Универ ТВ» проводит конкурс названия «Лучший спортсмен года 2017». Сейчас известны имена всех четырех полуфиналистов. Ими стали победители своих групп. В групповом этапе участвовало 12 отобранных редакций спортсменов. Полуфиналистами стали те, кто набрал наибольшее число голосов. Первая пара полуфиналистов – член сборной КФУ по волейболу Антонина Терентьева и капитан и тренер сборной команды КФУ по плаванию Роман Фролов. Вторая пара – вратарь сборной КФУ по большому футболу Фарид Садриев и капитан сборной команды КФУ по хоккею Илья Харитонов. Выбор финалистов проходит в группе телеканала «Универ ТВ» в социальной сети ВКонтакте путем голосования. 25 декабря стартует финальная часть конкурса, где решится, кто же станет спортсменом года по версии программы «Неделя спорта». Проголосовать за победителя может любой желающий. 26 декабря состоится подведение итогов. На нем и решится, кто станет победителем. Ну, победитель конкурса, естественно, получит как минимум признание того, что зрители все-таки посчитали его лучшим спортсменом года по версии «Неделя спорта». Ну, естественно, материальный подарок, небольшую статуэточку от нашей программы, ну, чтобы на память, чтобы можно было пополнить свою коллекцию трофеев. В будущем «Неделя спорта» планирует сделать конкурс ежемесячным. Спортсмены месяца также будут выбирать зрители с помощью голосования. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универ Ньюс.